Отчим, который до смерти избил двухгодовалого ребенка в Алматы, может получить пожизненный тюремный срок. Расследование по этому резонансному делу уже завершено, и его вот-вот передадут в суд. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на прокуратуру Алатауского района. 34-летнего мужчину обвиняют в непреднамеренном убийстве своего пасынка. Инцидент произошел в конце сентября. Подозреваемый истязал ребенка, пока его мама была на работе. У малыша диагностировали гематому головного мозга, множественные травмы, ушибы живота, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. За его жизнь больше недели боролись врачи. Причину своей агрессии непосредственно объяснил тем, что мальчик капризничал. Выяснилось, что мужчина состоял с матерью ребенка в гражданском браке. Ранее он был судим за кражу и грабеж. Согласно действующему законодательству, обвиняемому грозит до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.